Я Мухамедиева Динара Толбаевна, нахожусь в Центральной детской библиотеке. Сейчас мы будем проводить мастер-класс по изготовлению подарочного самолета. Ребятки, вы сегодня пришли в библиотеку, да, это Центральная детская библиотека, которую вам уже показали, да? Вы видите, да, что здесь все такое необычное, все такое космическое, да? Это библиотека, которая именно имеет на направление космическим мирам, да, вот этим. Что бывало, вот вы сейчас познакомились с летающими аппаратами, да, вот это, какие бывают летающие аппараты? Знаете, какие бывают летающие аппараты? Здравствуйте. Айда, айда. Мы сегодня с вами, своими руками, создадим вот такой летающий аппарат, который называется самолет, да? Вот. Материал, я вам скажу, ребятки, это называется хоамиран. Он очень мягкий, очень пластичный и на ощупь такой приятный, смотрите, он как прорезиненный такой. Вот у вас на столе лежат такие заготовочки. Я вам сделала заготовочки, с которыми мы будем работать. Какие вы знаете части самолета? А? Не стесняйтесь, говорите, ребятки. Это самолет, правильно? Вот это что у самолета, ребятки? Кто знает? Это хвост, да? А вот это? Он летает, да? И вот. У вас вот эти все заготовочки, все вот эти детальки есть уже на столе. И нам придется с вами немножко поработать с этими детальками. Вот смотрите, у вас на столе лежит вот такой листочек. Возьмите его. Будет. С вами будет наше основание нашего самолетика. Айгерима, возьми вот такой, найди вот такой листочек. Нет, вот большой, который квадратик, найди. Вот этот квадрат нам нужно будет с вами сейчас клеить. Вот в такую трубочку. Да, вот в такую трубочку. Сначала смотрите, ребятки, клей наносим. Видите, да? На столе у вас стоят бутыльки с клеем. У кого-то красный, вот там откручивается колпачок. Так, смотрите. По краю вы выдавливаете клей. Вот. Небольшим этим краем, да? Вот. Смотрите, смазали. Теперь вы закручиваете трубочкой и вот таким образом склеиваете. Когда вы прижмете, положите на стол немножко и придержите, подержите, чтобы у нас клей с вами схватился. И так подержите его. Ну, нам нужно будет, чтобы он у нас приклеился. Жадра, бери клей, смазывай. У вас на столе стоит один клей на двоих, ребятки. Да, ну что, вот клей, да? Да, да, прям полосочка, Дима. Так. Что? Вот. Клей намаз. Отказал вот здесь намаз. Вот здесь, ага, да, вот клей бери. Не подержите. Так, держи. Нет, держишь, она справа. Держи. Так, ребятки. Кому надо подойти, ребятки, я подойду сейчас. Так, и вот так закрываешь, подожди. Вот так, раз. Держи. Так, подержите так, чтобы оно у вас приклеилось. Самолетик. Держи, держи, ручками держи. Так, Роман, вот так держи. Жми, держи. Так. Держите, она сейчас немножко схватится, потому что она немножко чуть позже. Держите. Наша задача, чтобы наш с вами салон нашего
самолета, да, склеился вот таким образом, смотрите, да? Вот. Если немножко где раскрывается, там подмазываете, вот, найдите, у кого-то она оранжевая, у кого-то она красная, у кого-то другого цвета, сиреневого может, да. Смотрите, у вас нарисовано, да, уже разграничение. Вам нужно будет разрезать пополам. Вот видите? Пополам. Разрезайте пополам. Разрезайте. Это у нас с вами крылья нашего самолета. Разрезаем. Не торопитесь, разрезайте, ребята. Вот так. Так, прими. Давай, если это придавим чем-нибудь. Положим, чтобы она приклеилась. Да, разрезаем пополам. Одно убрала. Так, молодцы. Так, а теперь, Тань. Разрезали, да? Да. Чтобы они были закругленные, можешь вот эти углы обрезать, да? Как они нарисованы. А если хочешь, чтобы они прямоугольные были прям прямые, можешь оставить так. Хорошо? Вот. А, Герима. Вот. У вас она есть пунктир, да? Вот этот пунктир нам нужно будет с вами согнуть. И вот это место немножко надо будет склеить чуть-чуть. Это у нас с вами будет хвост нашего самолета. Вот, немножко склеили, и пусть она полежит. Потому что потом мы его так согнем пополам. Видите? Вот таким образом. Согнем. Вот подержите, пусть она у вас будет склеена. Я сейчас пройду и покажу. Подержи теперь тоже пополам. Динай, вот где вот здесь есть. Вот так ровненько согни, подержи. Так, примни. А теперь нужно она будет вот эту часть немножко приклеить. Держи, клей. Так, давай. Сюда немножко намажешь и приклеишь. Вот закроешь. Так. Жадра, ты что сидишь? Разрезай, разрезай, да, разрезай. Вот это прям по линии, прямо как? Разрезаешь. Вот. Прямо. Вот, прямо, 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 прямо. Жадра, возьми вот такую детальку. Видишь пунктир? Ты теперь ее пополам вот так сгибаешь. Вот это? Да. Теперь смотри, согнули. И вот это место нам надо будет склеить. Вот это место вот чуть-чуть вот так склеить. Не всю только. Только чуть-чуть. Лазинка на компьютере. Я. Вот здесь смотри, вот так раз, смотри, здесь нама. Закрывай. Склеивается, да, все. Да. Неплохо. Лежит. Ну это же не бумажка, это видишь, такой прорезиненный материал. Немножко это. Вот прижми, подержи теперь, чтобы она склеилась. Так. Вам сгибай. Да, Машуля. Ты загнула, сгибай, да? Да, согнула. Теперь смотри, вот это место ты промазываешь клеем и закрываешь. Вот здесь прижмешь и держишь. Угу. Хорошо? Маш, клей. Жадра, ты на нее не смотри, давай. Держи. А как? Мама. Вот это тоже так надо, да? Подожди, теперь смотри, Маша. Теперь вот это нет. Этот кружочек вы вырезаете. И потом мы его будем приклеивать, когда вы вырежете уже эту круглую деталь, мы его приклеим к нашему носу самолету сюда. Так, давайте, вырезайте. Пока ваши... Получается, да? Так, где получилось? Так, склеено? Ну, теперь вот этот кружочек вырезаем. Смотри, вот потом вот это место мы должны будем так приклеить. Да? Теперь это мы склеили. Дальше у нас есть. Сейчас мы будем собирать наш самолет. Сейчас я проверю у всех. Да. У вас тоже все готово, да? Так, теперь смотрите, ребята, мы приступаем с вами. Хвост сделать, да? Вот это у нас с вами крылья. Наш вон
самолета. Смотрите, сюда на середину вы намазываете клей, вот таким образом прикладываете. На вторую тоже намазываете клей и с другой стороны вот так приклеиваете. У нас получится с вами двойные крылья. Видите, да? Вот таким образом мы должны с вами приклеить. Так. Все, хватит, теперь приклеиваем сюда. Так. Приклеивай. Жадра. Вот сюда, на серединку намазываешь. Клею сюда, да, вот так вот кружком намазываю прям. Вот сюда. Димочка, получается? Маши. Да. Ее сильно много не мажь? Много не мажь, потому что у тебя он подсохнет, он сам потом схватится. Мы его просто прижмем, его нет. Вот так прижми. Так, теперь смотри, у тебя вот здесь много клея. Все. Приклеили? Поменяй сюда, да? Теперь смотри. Хорошо. Сейчас. И снизу то же самое делаешь. Да, да, да. Димочка, далеко не это. Вот. Теперь вторая, где у тебя? На вторую тоже машь? Вторая тоже. Вторую часть мы с тобой намазываем. Угу. Сильно не придавливай. Угу. Не придавливай сильно. Так. Сейчас. Крылья мы приклеили. Наша задача приклеить с вами вот такой кругляшок, да? Нос. На наш самолетик. Так, ты не приклеила, что ли? Да. Ты другой стороной приложила. Так, смотри. Пусть он полежит немножко, приклеится. Так, смотри. А у него приклеится, бежат. Так, теперь смотри. Вот сюда намазываешь клей. Давай. Много клея не мажь. Вот так, да? Да. Сейчас вот это будет, это все, а потом все. Все, на клей намазываем. Ага, все, да, много не мажь, все. Мы тебя так размазываем. Вот это. Дима, подожди. Сильно не прижимай. А вот это свободно были. Ага, все, не трогай теперь. Теперь смотри. Хорошо? Вот сюда кругляшочком прямо так мажь. Да. Мажь. Еще прям побольше прям. Ты вот такая. Не бойся прям размазывать так, не бойся. Так размазываешь. Так. Теперь вот сюда прикладываешь. Угу. Так. А теперь вот так переворачиваешь и вторую тоже оттуда же так же клеишь. Хорошо? Прям тоже так же. И сюда же, сверху. Ты приклеила? Жадра. Нет, вот приклеила. Молодец, умничка. Угу. Молодец. Вот здесь немножко еще намажь, чтобы побольше было. Угу. Так, а теперь сюда прикладываешь. Сверху. Молодец. Так. Димочка, получается? Да. Прижми. Так, пальчиком прижми. Так, подожди, не дави сильно. Перевернул. Я как у тебя? Сначала должен стечь клей, а потом выдавливаете. Ага, намазывай. Угу. По всему кругу прям намазывай. Не торопись. Ага. О, вот так. Дима, получается у тебя? Так, молодец. Давай, все. Сейчас поздравляю. Смотри, где у тебя это, кругляшок. Прикладывай кругляшок сюда. Так, молодец. А кругляшок теперь пусть приклеивается. Угу. Вот это тоже так пусть приклеивается у нас пока, да? Крылья наши. Вас может вытаскиваться. Вот это сейчас ваша деталька, она вот она лежит, да, ваша деталька, которую вы склеивали. Вот она. Это вот она, эта деталь. Смотрите, ребятки, ваша задача сейчас вот этот ваш хвостик, который вы сделали, немножко вот так загнуть, вот такие стороны, и примять немножко, примнить его, чтобы он принял вот такую форму, хорошо? Вот таким образом.
Да, прижимай прям края прям ровненько так сложи. Да? Это для того, чтобы мы с вами закрепили наш с вами самолет. Вот видите, вот который, вот смотрите. Вот. Вот таким образом у нас вошло. Сейчас я вам пройду, помогу, надрежу, чтобы вы могли потом свою детальку вставить. Вот так согнула, да? Угу. Вот, вот в этом месте так прям приминай, прям, чтобы она вот так. А теперь смотри, мы ширину замерим, да, вот наша ширина. Сверху она так надрезаем. И сбоку. Вот таким образом, смотри. Надрезаем. Видишь? Потом вот таким образом мы сюда будем смотреть. Вот таким образом и так вставлять. Видишь, у нас хвостик туда заходит. Видишь, до конца еще не зашел. Значит, что надо еще сделать? Немножко врезать. Вот таким образом, смотри. Раз. Кто хочет, тот может его, эту детальку заклеить, чтобы у вас она была приклеена. А кто не хочет, она может так остаться. Хорошо? Так, сейчас. По бокам. Смотрите, там вот таким образом вот так ставлю, да, не смотрю. Готов? Раз хвостик наш. Так, видишь? Так, крылья хорошо подержи, чтобы они у нас приклеились. Вот здесь, смотри, вот здесь ты так пошла, ты понимаешь, прихватишь. Так, Машуля. Так, правильно вот сделала. Теперь смотри, мы вот так надрезаем. Вот таким образом надрезаем. Теперь смотри, ты согнула? Да. Вот. Здесь хорошо заминаешь, видишь, как хорошо про. Таким образом, я сюда вот так вставляешь. Запихиваем. Вот молодец. Вот молодец. Все. Видишь? Так, все. Маленько тут тоже. Ничего, ничего, пусть она так это. Она сейчас встанет. Встала? Надрезала сама? Молодец, умничка. Так. Мы с вами украшаем наш с вами самолет, чтобы он был у нас немножко праздничным, нарядным, да? У вас на столе лежат вот такие уже заготовленные кружочки. Есть синенькие и красненькие. Вот эти синенькие с красненькими вам надо склеить вот так друг на друга и приклеить к нашим крыльям, да? Вот к нашему самолету вот так приклеиваем. Так, давайте. Так, а вторые ребятки уже у вас на столах лежат, да, такие кругляшочки. Это мы с вами будем приклеивать на наш хвостик вот сюда, с двух сторон. Получается? То же самое. Вот эти красненькие приклеиваешь на вот эти синенькие. Вот смотрите, чтобы вот так было у вас. Я вот так вот поставлю. Вот эти тоже приклеиваешь, вот эти тоже. Вот сюда, вот сюда. Ну, наш хвостик тоже украсим, чтобы у нас ваш хвостик был красивый. Так. Теперь смотри, ты приклеила, да, вот эти? Все приклеили. Молодец. Теперь вот сюда наносишь клей и приклеиваешь вот таким образом. Хорошо? Сюда, да? Так, получается, что он? Так, молодец, умничка. Мы теперь уже дальше пошли. А, вы уже дальше пошли? Это что нам? Это смотрите, это у нас с вами, молодец, вот здесь прямо проделал. Здесь вот так. Сейчас там лучше. Да. Знаете, вот эти места,
клеить. Здесь на хвост украшать. Все, здесь там на хвост украсить. Так, еще была тоже. Да, да. У меня просто здесь треугольник, а у вас будет кружочек. Сюда вот красный кружочек. А, видно, надо надевать. Получается? Так, наклеила? Бывало, чтобы вдруг, если у вас больше... Молодец, умничка. Смотри. Теперь смотри. Вот это мы вставляем сюда, протыкаем. А сюда раз. Теперь вставляй туда дальше, посильнее туда, потихоньку. Вкручивай. Как бы. Вот, выдавливай, да. Вот, молодец. Видишь? Да, получились прям. Вот, очень интересно. Так, открыли. Ну что вы? Так. Теперь вторую на. Теперь вторую на. Протыкай. Одевай вторую на. Держи. Ну и второй протыкай, да? Да. Да. Протыкай, смотри, Дим. Смотри, держишь? Вот это сверху, вот так. Сверху прямо одеваешь. Давай, протыкай. Толкай. Вот, молодец. Теперь дальше ниже спускай ее. Давай, не бойся. Давай. Вот ты ниже. Вот, молодец. Тяни прямо вниз. Вот, молодец, умничка. Теперь наша задача с тобой сделать ее сюда. Вот сюда пропеллер наш поставить, да? Что мы для этого делаем? Протыкаем. Толкай. Все. Вот, молодец. Вот. Все, видишь, смотри. Это вот это, да? Все, твой пропеллер готов. Смотри. Вот какой красивый у нас. О, самолетик получился. Протыкаем. Вот так. Одеваешь, на, теперь вторую одевай. Угу. Теперь давай вторую домой, да. Молодец, видишь? Проткнула, да? Теперь мы должны с тобой... Вот, Вали. Я ставлю сюда. Так, втыкай. Домой надо маму втыкать. Ой, молодец, видишь? Вот видишь, у нас получился пропеллер теперь, да? У самолета наша. Так. Так, что было? Давай ворман, возьмем клей. Да, поеду. Да, ты куда нам солдаты? Да. Покажите ваши самолетики, какие у вас получились. Покажите. Смотрите, они у вас какие красивые, все разноцветные, да, и яркие. А, что такое? Нет, почему ты просто не выдвинешь? Поднимите. У вас сейчас фотографируют, как вот. Дима, Маша. Давай, возьми самолет. Давай. Туда подойди, спасибо. Айда, вот здесь. Постой тоже, подними свой. Давай, постой. Мы сфотографированы все. Маша доделала? Я опоздаю. Ты опаздываешь? Ну вот. Смотрите, какие у нас красивые. Вам понравилось? Да. Вам понравилось сегодня в гостях здесь, в библиотеке? Да, нормально. Нормально. Как ваш подарок, а этой... Замечательной библиотеки, ребятки. Так. А теперь у вас на столе лежат клей, ложится в уголочек со...